Плавательный бассейн в расположении войсковых частей 47-279, мотострелковый полк, Алтышлагерь. Артбригада здесь размещалась после этого полка. Войсковая часть 60-346. Здесь же размещались танки, артиллеристы, противотанкисты. Войска, подразделения войск химической и бактериологической защиты. Это стадион. На стадионе плавательный бассейн. Воды не очень много здесь, поскольку лето было сухое. Мы попробуем спуститься в бассейн, поплавать, да. Сейчас мы тогда обойдем его. Лестницу мы уже видим. Вон там где-то есть лесенка. Лесенка. Чудесенка. Это тумбы для прыжков в воду. Конечно, мы здесь были не один раз. Вон сухо. Вода только вот здесь находится, вот в самом глубоком месте. В этом участке вот были тросы, видимо, с поплавками. Это для прыжков в воду вышка. Вон там где-то мы спустимся. В бассейн. Вот видно, что стадион. Вот здесь столовая офицерского состава. На углу. Восьмое октября 2022 года. Времени 16:20:15. Солнце появилось, не было солнца. В течение дня было пасмурно. Вот тут лесенка уже видно. И мы туда попробуем спуститься. Крепко держится. Ах, там не все. Не все там ступеньки. Или как, перекладины. Нас это не смущает. Тут у меня фотоаппарат в кармане. Поправим. Ну и пойдем. Не выключаем. Нет. Ух ты, ух ты. Ух ты. Ух ты. Это так она играет. Лесенка, чудесенка. Вот мы уже где? На половине пути. Мы спустились. Мы в бассейне находимся. Так и на ум приходит. Будете хорошо вести, воды нальем. Это мы по дну бассейна.
Да, сначала мы подойдем на край, туда, на самый низкий уровень, где был. Вот тут самый низкий уровень. Зарастает. Какие-то грибы здесь вот, на дне бассейна. Деревья выросли. Здесь можно подняться наверх. С этого ракурса. Вот здесь обстройство для слива воды. Если она много наберется, сюда уходила вода. Эти отверстия. Ну, разметка сделана из плитки, из кафельной полосы. Здесь можно подняться. Вот лесенка. В прошлое наше посещение здесь была вода. И здесь было побольше. Но сейчас, как видите, совсем мало воды. Бассейн не востребован, нет. Дорогое удовольствие содержать подобное сооружение в деревенских условиях. Вон видно на углу здание столовой. Было столовой. Ну, в общем-то, посмотрели, спустились. О, тут даже кувшинки. Может, не кувшинки. Может, даже лотосы. Все это может быть. Ну, будем выходить. И завершаем наше видео. Тут я буду выходить именно вот здесь. Уже не будем мы идти с камерой. Камеру выключим. Всем всего доброго. До новых встреч. Алтыслагерь.